сегодня мы с вами говорим, у нас вторая часть абстракционизма. В первой части я хочу напомнить, я вам говорила о трех китах, с кого начался этот великий стиль в искусстве. Он начался с трех людей, два из которых могу сказать с гордостью, имеют прямое отношение к Украине. Не было бы этой украинской закваски в этих абстракционистах, не было бы вообще абстракционизма как такового. И эти два человека — это Казимир Малевич, который вырос в Украине и который благодаря украинской вышивке придумал свой супрематизм. Это абсолютно прямая такая корневая система его абстракционизма. И второй человек — Василий Кандинский, подростковые годы которого прошли в Одессе. И который благодаря одесскому опыту рисовальной школы тоже впитал вот этот красочный, яркий мир юга, который смешался в нем с представлениями о цвета музыки. И потом развился, и благодаря этому родился великий отец абстракционизма Василий Кандинский. А третий человек — это Пит Мондриан, это голландский человек, который придумал свое направление в абстрактном искусстве, неопластицизм. И мы с вами знаем, что вот абстракционизм весь стоял на вот этих трех китах, которые послужили тому, что старушка Европа, которая до появления Кандинского и группы «Синий всадник», потому что это было объединение людей, которые решили, что нужно уже что-то менять в искусстве. И уже стали двигаться в сторону экспрессионизма, в сторону абстракционизма, то есть появились новые измы. Вот как бы первой была Европа. Но в то же самое время, почти в то же самое время, потому что время абстракционизма, рождение абстракционизма, это, конечно, начало 20 века, и особенно это 1914 год, который с точки зрения Малевича, если мы посмотрим на его искусство, и на черный квадрат, как начало всего абстрактного видения, это было связано, конечно, с событиями Первой мировой войны. Мы об этом говорили на прошлой встрече. Одновременно созревает ситуация в американском обществе. Одновременно к моменту Второй мировой войны ситуативно складывается так, что Гитлер признает все, что не искусство старых мастеров, все это дегенеративное, так называли фашисты, убогое, дебильное и так далее. Любые эпитеты в эту сторону вы можете сами подобрать. Искусство, которое должно быть истреблено. Соответственно, никакого Кандинского, никакого Малевича, никакого Кокошки, никакого Шиле и так далее, и так далее. То есть все, что не вписывалось в традицию старых мастеров, все из музеев, то, что фашисты отбирали, уничтожалось. Свободная Америка, которая, так сказать, радикально была настроена антифашистски, подняла вот эти все работы на щит. И множество художников, которые эмигрировали в связи со Второй мировой войной в свободную Америку, принесли на своих плечах на эту территорию представление о том, что искусство притесняемо. Искусство вот этим режимом фашизма, который пришел, коричневая чума, которая прошла по Европе, это искусство не признает. А американцы не просто признали, а было такое совещание двух очень серьезных финансовых группировок. Главные два клана, туда входило множество разных людей, но два главных клана — это был клан Гугенхаймов, сталелитейные короли, и клан Ротшильдов, которые между собой договорились, что они новому американскому искусству из многих стилей
Дело в том, что они в этот момент, значит, вот период пред Второй мировой войны и во время Второй мировой войны, приезжают в Америку Андре Бретон, теоретик и идеолог сюрреализма, приезжает Сальвадор Дали, приезжает Марсель Дюшан, знаменитый человек, который создал инсталляцию «Фонтан», который на самом деле писсуар. То есть приезжают такие кадры, будь здоров. И эти люди начинают проповедовать, что искусство старое уже мы не продолжаем, мы придумываем новые идеи, нами движут. Это идеи сюрреализма, это идеи, когда работает не сознание, а работает подсознание, автоматическое письмо и так далее, и так далее. Мы об этом будем говорить. И вот семья Ротшильдов и семья Гугенхаймов договариваются, что они готовы вложить колоссальные деньги, не просто на тебе, чтобы считалось, а колоссальные деньги в новое американское искусство. Потому что это искусство не просто демонстрирует, что у Америки есть чем похвастаться, а это искусство демонстрирует свободный новый мир, который альтернативен старой Европе, которая находится под сапогом у фашизма. Поэтому новая вся генерация, которая приходит в 40-е годы, такие люди, как Джексон Поллок, Марк Ротко, Ашел Горки, Барнетт Ньюман, я могу называть много имен, но мы основных возьмем. Эти все люди, которые прекрасно умели рисовать и которые учились изобразительному искусству, как полагается, они понимают, что надо генерировать абсолютно новые идеи, что нельзя продолжать работать в старой стилистике, что должно появиться нечто такое, что совершенно отодвинет американский культурный опыт от европейского. У меня к вам вопрос. Вы знаете, что стилистика наших встреч – это всегда это беседы, а не лекции. Вы уже все поняли. То есть Кандинский показывал свои работы тоже в Америке, тоже приехал в Америку. Была выставка сюрреалистов, была выставка импрессионистов. То есть американское сознание взбудоражено, они хотят нового. Они хотят чего-то такого, чего Европа как бы не сделала, не создала. У меня к вам вопрос. Вот то новое, которое хочет американское общество, и которое, в отличие от европейского общества, напитывается колоссальным финансовым потоком. Почему, как вы думаете, из всего огромного разнообразия предложений Европы, то есть были импрессионисты, были постимпрессионисты, были сюрреалисты, были кто хотите. Почему выбрали абстракцию американцы? Почему они от фигуратива отодвинулись? Почему они признали не нарративное, не фигуративное, а абсолютно абстрактное искусство? Как вы думаете, ваше мнение на эту тему? Потому что вопрос непростой.